3 августа на телеканале СТС вышел сериал «Любовь. Нерабочая неделя». Автор сценария – наш земляк, житель поселка Ильского. Гайка Сатрян рассказал нашей телерадиокомпании, как пришел в кино и как велась работа над сериалом. Как пришел в кино, я об этом как бы с детства мечтал, всегда знал, что этим буду заниматься. И вот это такая детская мечта, которую я не бросил и шел к ней. Родители хотели, чтобы я стал медиком. Я окончил Кубанский медуниверситет в 2009 году. Год прошел интернатуру в Северской больнице и все 10 лет отработал в родной Ильской поликлинике. Я большой фанат кино, всю жизнь смотрю там, как, там тысячи, наверное, просмотренных фильмов. Вот. И решил, что поеду как бы учиться. И в том году уже я знал, что я доработаю, уеду в Москву. И вот так уехал. И получается, пока учился в Москве, случайно познакомился. Ну, не случайно, то есть там знал, что там будет встреча с режиссером, с Гариком Андреасяном. Это режиссер «Непрощенного», «Землетрясения», вот, продюсер фильмов «Кома». Мы сейчас грядущий хит по Замятину, он там продюсер тоже. И мы так подружились, он очень оказался приятный, порядочный человек. И так увиделись, обсудили, ему понравилось. Я через 3 месяца вот выдал первый вот этот сценарий, про который говорят, что он отложен на следующий год. Его отложили на следующий год, но также он пока отложили, предложил вот этот проект. Пандемия COVID-19, обрушившаяся на мир в первой половине 2020 года, стала не только причиной для новостных сюжетов, но и дала повод для разнообразных шуток и актуальной темы для фильмов и телесериалов. Шансом повеселить зрителей коронавирусной темой решил воспользоваться и режиссер Леонид Марголин. И всем идея тоже как бы понравилась. Мы там обсуждали, потом каждый день соединяли Zoom, обсуждали серию, писали и сразу начинали снимать. То есть сценарий как пишется? Ты пишешь все практически или хотя бы у тебя план есть на все? Там 100 раз перепроверяется, потом снимается пилотная, ну то есть первая серия. А у нас такой возможности не было, потому что, ну, горячая тема, да, надо быстро. То есть я написал первую серию, отправил, всем понравилось. Там еще 2 соавтора было, ну, то есть они, мы как бы просто обсуждали, а писал я один. И там 3 серии, когда было готово написано, то есть мы не знали, чем закончится история, они уже начали снимать. И вот так, то есть быстро, то есть это такой необычный случай, как, то есть, ну, подготовки такой должной, как сказать, ну, не было. Съемки телесериала постарались уложить в максимально короткие сроки и без угрозы для всех участников процесса. У нас тут была суперскорость, потому что как бы квартира опять, надо быстро все это снимать, там чуть ли не серию в день снимали. Вот у нас есть серия в день, вот серию в день и снимали. То есть очень быстро. У нас 10 серий были сняты за 10 смен. То есть это, ну, какая-то невероятная скорость, ну, опять же, из-за этих условий, да, карантинных, не хотели рисковать, и артистов просили, они лучше репетировали. История расскажет о семейных парах, которым пришлось поменять свой привычный уклад жизни из-за пандемии коронавирусной инфекции. 3 семейные пары стараются не терять оптимизм, так как уверены, что самоизоляция ненадолго. А также пытаются адаптироваться к новой реальности, попадая при этом в различные, зачастую комичные ситуации. В проекте роли исполнили известные актеры, такие как Роман Попов, Зоя Бербер, Олег Верещагин, Елизавета Моряк, Гарик Петросян, Маруся Климова и Ольга Хохлова. В данный момент ведется работа над 2-м сезоном телесериала, который будет называться «Любовь в рабочие недели». Помимо этого, Гайка Сатрян принимает участие в других не менее интересных проектах, 2 из которых – полнометражные фильмы, съемки которых запланированы на 2021 год. Самую большую поддержку во всех начинаниях Гайку оказывает его дружная семья, родственники и друзья. Семья очень верила, поддерживала. Вот. Семья со мной как бы до конца. Часть друзей очень сильно поддерживала, часть не верила. Вот. Но все же самое главное, что я в себя верил, и поэтому, я думаю, все получилось. В планах у молодого человека развивать отечественный кинематограф, спродюсировать и срежиссировать собственные проекты, задействовать не только московские съемочные площадки, но и живописный колорит Кубани. У нас, ну, прекрасный край, и как бы мы можем все это развивать здесь. Ну, конечно, я пока несколько лет поработаю в Москве, но уже у меня есть проекты, которые с ребятами мы договорились сделать тут. Пока в Краснодаре, я хочу и в поселке снимать, реально, это очень реально, это, ну, цели, уже это следующая цель.
На это может уйти там год, два, три, но это по-любому с моей стороны будет сделано. Я хочу популяризировать максимально наш Северский район, наш Краснодарский край. Елена Меркотан, Владимир Галуцкий, Павел Фисатиди, телерадио, компания «Атаман».